Ну что ж, рад приветствовать дорогих подписчиков, зрителей, конечно же, в очередном стриме. И, как вы понимаете, хоррор-стриме. Что-то в последнее время, да, очень много хоррор-стримов стало на канале. Потому что особо раньше мы в них не играли, в эти инди-хорроры. Но некоторые из них могут быть и действительно хорошие. И почему бы, собственно, не сделать эти самые инди-хорроры на канале. Так вот, сегодня один из них будет... Если он покажется сразу плохим, или он, допустим, сразу будет не работать, нестабильно, то у меня на запасе есть незаконченная, как у нас там называется, Пальмира, Orphanage, да, и Father's Day, который мы тоже начали с вами проходить там еще 2 недели назад. Но эти игры мы в любом случае закончим, и Пальмиру, и вот этот Father's Day, может, просто на одном стриме каком-нибудь. Но сегодня конкретно будет... Вот попробуем этот Dark Fracture. Вот. Кстати, после него есть еще парочку этих хорроров, но тоже они на запас остаются. Итак, ну что ж, такой звук, давай проверим. Кстати, после него есть... Ой, как громко-то, ты что, с ума сошел, что ли? Ну-ка. Они на запас остаются. Итак, ну что ж, ну вроде ладно, пойдет вот так. Поприветствовать сейчас всех быстренько надо, кто уже здесь, и запускаем, собственно, игру. Итак, Тимофей, Vax Street Racing, Клад Геймер Бро, Шуляк, Яков, Михаил Корзун, Юр Масюр, Максончик 49, Варлав, Моти 55, так, Клад Геймер Бро был, да? Константин и Матроскин, приветствуем вас. Это те, кто успел ли зайти до запуска игры, а вот прямо сейчас я ее запускаю. Так, где она? Давай-ка найдем, вот здесь вот, наверное, да? Ну-ка, да, погнали. Не знаю, будет ли она страшно. Не знаю. Unreal 4 движок. Все. Громко, вы скажете. Да, я знаю, это заставка. Звуки я убавил уже. Игровые. Так, Макс, приветствую. Я не знаю, психологически он или нет. Понятия не имею. Может быть, просто хоррор. Что-то, когда я их скачал, я смотрел описание, но я забыл. Прошло уже там 2 недели или 3. Соответственно, я просто забыл, про что игра. Вот, поэтому... Ну, мы сейчас увидим по ходу действия. По ходу действия увидим, про что она. Ну, вроде что-то там про морг эти какие-то были. Эти надписи, я уже точно не помню. Вообще у нас написано Dark Fracture Prologue. То есть вроде как это, блин, предыдущая версия. Вроде как это предыдущая версия. А может и не предыдущая, не знаю. Существует как бы самое новейшее, это не пролог, а просто. А у меня пролог почему-то. Может, надо было обновляться до предыдущей... Ой, до новой версии, я не знаю. Так или иначе, new game, мы начинаем новую игру. может быть пройдено в одиночку. Вот, и если вы выйдете из середины игры, то прогресс будет потерян. Вот что здесь было написано по-английски. Если вдруг кто не знает. Ну, озвучки, ни озвучки, ни перевода русского нет, поэтому если что-то важное будет, я переведу сам. Сколько у тебя этих хорроров? Нет, всего осталось еще 2 штучки, которые надо посмотреть. А все остальные мы уже с вами начинали, их просто заканчивать надо. Все. Мойте 55, приветствуем, да. Упадут наушники? Не знаю. Посмотрим. Если хоррор хороший будет, то... Ну, наушники, кстати, давно не падали. То есть нет таких хорроров, из-за которых у меня упали наушники. Последний раз они падали давно уже. То есть давно... Хотя и хорроры были вот некоторые в последнее время хорошенькие. Но наушники не падали. Это прям что должно произойти? Что должно прям произойти? Я говорю, как дернуться должен, чтобы упали наушники. Прям невозможно как-то. Так, блин. Я куда-то опять уехал. Давай поправимся. Не знаю предыстории. Ладно, давайте посмотрим. Если не понравится, если она будет лагать на стриме, нахрен сразу выключаем, идем дальше. Даже не ведем время. Так, сколько это длилось? Мне нужна сигарета. Не надо тебе, мужик, сигареты. Вредно курить. Где мой гребаный фонарик? Lighter. Здесь фонарь. Это какой-то, знаешь, это, походу, английский перевод. Это не именно вот не американский, да, скажем так, английский, а английский, английский, британский английский.
Вот. Потому что, по-моему, да не по-моему, а точно, в Америке фонарик это flashlight, а здесь просто lighter. Lighter это дословно просто, знаешь как, ну, светильник, светильник, lighter это светильник, вот, если дословно. Так, книга. Бросить, вращать и зумировать. Давайте бросим, зачем она мне сейчас нафиг надо. Так, степлер, замечательно. Так, мы, короче, что делаем? Нам нужно куда-то свалить, я так понимаю, да, отсюда? Мы какой-то детектив, скорее всего. Я что-то помню такое же. Я помню подобную игру, где мы начинали тоже детективом, вот так вот. Так, фонарик-то нет, все, вспомнил. Так, это что? Это ключ. С ключ забираем обязательно. Забрал быстро ключ. Take. Так, это, судя по всему, от нашего кабинета. Да, офис key. Но где мой фонарик? Это типа ключи от офиса, но где же мой фонарик? Он спрашивает. Чувак, не ссы, сейчас найдем. Это ты, что ли? Это последнее фото Джеймса. Так выглядит. Нужно вспомнить это. Нужно вернуть воспоминания. Я реально скучаю по нему. Вот что здесь написано. Ну, короче, конечно, каждую бумажечку мы с вами исследовать не будем, даже не просите. Все-таки я надеюсь, что это будет не симулятор записок. А все-таки хоррор. Хоррор должен быть страшно, понимаешь? Вот. При Арай падали наушники, да? Блин, я не помню такого. Только с учебы вернулся. На права ездил сдавать удачно стрим тебе. Никита. Ну, спасибо. Надеюсь, вы сдали на права. Так, уйди отсюда. Бросить тебя. Так, это вот свеча. Но свечу зажечь, я так понимаю, мы не можем без... Да, без нашего лайдера, светильника. Представляешь, светильником зажигать свечу. Так, это сигарет, но он тебе нужен будет. Ну, бери их, бери, ладно. Не будешь? Ну и ладно, не трогай тогда. Все правильно. Не надо. Курить вредно, на самом деле. Так, это что такое? I don't know. О, сетевой фильтр. Это я знаю. Так, это заклинило. Ну и все, да? Ну и все, понятно. Так, вот еще тумбочка какая-то, мишанька какой-то лежит. Так, здесь нельзя. Короче, то, что врать нельзя. Так, это доска обычная. Быстрее, 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 быстрее. Симулятора ящиков не должно быть у нас просто на канале. Симулятора записок, ящиков и локатора. Это не должно быть на канале вообще. Я не хочу, чтобы такие... Так, о, чипсы! Классические чипсы. Get that for the chips are my favorite brand. Чипсы моего любимого бренда. Yummy and crunchy. As fuck. Да. Не буду переводить. Too bad this bag empty. Этот, короче, повреждена упаковка. Блин, расстроился чувак, что у его любимых чипсов повреждена упаковка. Надо было же хавать сразу их, а не дожидаться. Ну, в смысле, вот когда ты открыл упаковку, надо сразу есть чипсы. Иначе они намокнут, они будут сырыми, они будут противными и все. Никогда так не делайте. Это неуважение к чипсам. Так. Если уж вы открыли упаковку, либо съешьте сразу, либо заверните ее. Просто, ну, в несколько слоев сложите упаковку, чтобы не проникал туда влага и воздух. Там туалетная бумага была. Мне кажется, она пригодится мне в хоррор-играх, да? Опа, это что такое? Серьезно? Я взял туалетную бумагу, и со мной какие-то беды начали происходить. О, блин. Нужно, короче, интерактивные двери, я понял. Это все понятно. Так, интерактивные двери. Так, это инди-хоррор. Да, конечно, инди-хоррор еще бы. Откуда сейчас хороших, больших хорроров найти? Трипл Эй этих самых жанров. Точнее, формата. Погнали. Я думаю, все открываем, да? Да? Да, все. Так, а выключить можно? Да, выключить можно, я не буду. Все, погнали. Фонарь. Я ж фонарь не нашел. Так, а погоди, а зачем мне фонарь, если тут свет работает? Ой, блин, ой, блин, ой, блин, я что, реально в морге, что ли, работаю? Какая жесть. Мне фонарик нужен. Шутки шутками. А без фонаря куда?
Куда в современном мире без фонаря вы что? Блин. Заперто. Лейс на максималках. Ну да. The section that available during them. Это демка. Ой, короче, у меня даже не полная версия, ты понял, да? Ой, блин. Она может и не существует полной-то. Ладно, давай смотреть. Если плохая игра, мы переходим сразу к другой, ничего страшного. То есть мы не заканчиваем стрим и все такое. Нет, мы просто перейдем к другой игре и все. И всех делов-то. Так, ну тут... Вот, давай я с этим светильником пойду. Вот. Там мне завершить дела надо. А ключ? Ключ забрал, так, хорошо. Расти, он очень ржавый и старый. Сколько, не знаю, трогали людей до меня его. My locker key. Да ладно. Это мне надо вернуться, да? Теперь в этот, в мой кабинет, чтобы там что-то открыть и взять этот самый. Фонарик, судя по всему, взять. То есть он лежит у меня в офисе, но чтобы мне его взять, надо открыть ящичек. Так, а где выключатель? Нет выключателя. Зеркала разбиты. Это такой морг, что ли, современный? Так все выглядит дерьмовенько, если честно. It won't open. Это не открыть. Да я уж понял. Да, туалет, конечно, такие себе. Не очень. Серьезно, одна единственная кабинка в туалете. Жестко. Ой, блин, какие коридоры. Включателей нету. Так, шифтовать можно? Можно, потихонечку. Я понимаю, что там нужно вернуться в этот офис, но я пройду пока здесь. Матроскин, да не за что. Полную версию Steam покупать надо. Ну, нет, если игра рабочая, то она как бы рабочая и сейчас будет. Просто, ну и хрен с ним, ладно. Она вдруг неинтересна. Я бы купил, но мне не хочется этими вот штуки делать. Типа VPN скачивать, чтобы купить в Steam. Мне это не надо. Зачем? Нет, если бы это какая-нибудь GTA 6 был, я бы что хочешь сделал. Я бы слетал в Америку, купил бы ее там. Но ради инди-хорроров я не хочу это делать. If you're unsure, notice. Ну понятно. Прочитать в журнале, да? Не знаю, как читать журнал, ладно. Не умею я читать. Что уж поделаешь со мной. Не научился я читать. Опа! Ну, я так понимаю, здесь вырубит электричество, и мне нужно будет сюда к этому щитку идти, да? Угу. Ладно, давай возвращаться в кабинет к себе. Как мне и говорили. Короче, нужно хоть что-то напугаться. Да, вот просто смотри, вот я смотрю, вот сейчас будет 20 минут, да, стрима. Если за 20 минут стрим я не напугаю здесь ни разу. Блин, напугался, кстати. Привет. Планируешь поехать на Байкал? Напугал донатер, а не игра. Моти 55, привет, этот, приветствуем, да. Спасибо вам за донат. На Байкал-то, да, с удовольствием бы, но пока нет, не планирую. Юнтлд Парк. Давно тебя не смотрел. Untitled, точнее. Давно тебя не смотрел. Очень неприятно, что до сих пор снимаешь. Спасибо тебе за это. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Так, и Вейзик, приветствуем тоже вас. Головоломки не будут. Так вот и я на это надеюсь. Хотя инди-хоррор, они все состоят из головоломок. Но есть и хорошие. Есть реально хороший инди-хоррор, который, ну, блин, не сраный симулятор записок. Так, какой-то ящик вот закрытый. Я взял ключ от него. И в этом по-любому должен быть фонарь. Так, ну пока я ничего не вижу, чтобы здесь прям, ну, открылось. Погоди-ка. Так,
Блин, да что еще звонки какие-то начинаются? Вы что? Да идите нахрен. Блин. Донатеры и звонки на телефоне пугают. А не хоррор. Ну что такое? Должен пугать хоррор. Почему? Почему происходит наоборот? Так. Ну ни хрена нету. Поздравляю вас. Походу минус игра одна. Но очень долго, понимаешь? Мне не хочется так. О, смотри-ка. Это что я сделал? У меня есть ключ. I found the locker key. Just don't open leaving at the behind the gate. Я должен попробовать вставить его в замочную скважину. Так, ну давай, вставляй. Откуда я знаю, в какую именно замочную скважину ты должен вставить его? Вот тут я что... А, может, дверь надо? Нет, там написано про офис. А, может, вот здесь что-то? Нет, это кулер. Может, вот это вот? Или надо нацелиться прямо на скважину замочную? Вот это откуда я знаю? Ой, смотри, какая тьма здесь. Мультивен 6 или В-класс? Ну, В-класс так-то бы, но... Вообще, я бы предпочтение давал полному приводу. То есть, если Volkswagen был полноприводный, а В-класс, допустим, обычный передний привод, то, конечно, я выбрал бы Volkswagen. Никто не играл в это, а то я пошел тогда дальше. Ну, то есть, в следующую игру. А, подожди-ка. Там подсвечивался огнетушитель. И чипсы опять разбросали. Во, а, это не подсвечивался, это отблеск. New Journal Entry. Да блин, а, я же не знаю, как это пользоваться даже журналом этим. Там написано exam. Вот я нажимаю экзамен. Проверить на правую кнопку мыши, но он не работает. Вращать я его могу, да, но правая кнопка мыши ничего не делает. А, стойка, я вот эти ящики не облутал. Может, вот это надо было открыть-то, слушай-ка. Так, смотри-ка, кондиционер. Забираем. Не, кондиционер брать не будем, он тяжелый. Ну, это шматье всякое. Broken. Опа. А, вот этот ящик открыть надо было. Home sweet home. Это мои вещи, типа, да? Жига, вот она. Все, подобрал жигу, смотри-ка. Lighter, это зажигалка здесь. Это не фонарик, это зажигалка. Блин, а зажигалка, может, действительно lighter? Я просто не знал про это. Наверное. Но я думал, lighter — это светильник. Ну ладно. Пресс один, да, я понял. Клик. Все, я... Че? Тогда чего? Чё написано было? Не-не-не, прочитай, я так не понял. Он там что-то испугался. Take the pill. Вот это слово не вижу последнее, что написано. Не понимаю. Неразборчиво. Так, ладно, и там, короче, я подобрал ключ. Ой, я подобрал зажигалку. И все, и надо теперь идти. А, там темная комната была. Вот сейчас туда пойду. С этой зажигалкой. Так, ну-ка. Ага. Работает. Вот, в эту темную комнату. Ой, блин. Ой, блин. Ну, мрачненькие коридоры пока, но ничего страшного не вижу. Я должен закончить все внизу, прежде чем отсюда, короче, выбраться. А что я не закончил внизу? Я не нужен... А! В офисе что-то взять. Забыл.
Так, а слушай, а может пока погасить ее или нет? Или не надо? Свечу зажечь. Так, ну и чё? Что это тут за романтические обстановки в инди-хорроре? Тренер для DLC, да, вот это вот хорошо вы напомнили. Но это, знаете, мне надо напомнить прямо вот в комментах, вот прям в комменте после стрима напишите, и все. Я уж тогда это точно сделаю, я прям сразу это сделаю, как увижу. Потому что нам на среду по-любому надо тренер. Иначе я забуду опять. Будем мучиться. Короче, я не знаю опять. Не знаю. О, радио. Давай радио послушаем. Может и хорошая игра, ребят, я не знаю. Но, блин, вот видите, начинается вот эти вот. Все, 21 минут прошла, я не напугался. Пора в новую игру включать. Я туплю, я знаю, что. Ну, я туплю, я не умею играть в инди-хоррор. Ну, что со мной поделаешь? Ну, все. Ну, не умеет человек играть в инди-хоррор. Давай еще раз пробежимся по всем дверям. Я просто не знаю, что делать. Я зажег свечу, которую меня просили. В своем кабинете. Может, вот здесь еще что-то надо зажечь? А, погоди-ка. Там куртка, по-моему. Ты чё? Дядь, ты чё, блин? Что с тобой? У меня аж зря тут погасло. Чё, он не может зажечься? Ваша зажигалка не может зажечься. Мне надо было посередине идти, серьезно? Из-за этого скрипт не сработал. Я думаю, может, одежду надо забрать, чтобы уйти отсюда. Вот о чем я имею в виду. Тогда зачем я свечи зажигаю, если я собираюсь уходить отсюда? Он просит что-то доделать, но я не понимаю, что именно доделать он просит. Go Palmyra, да. Сейчас это мы и сделаем. Я посмотрю, короче. Я посмотрю по прохождениям кто-нибудь. Если он будет неинтересен, этот хоррор, то его и смысл делать нет. Если, то есть, вот 90% это будет лутание ящиков и записок, то, конечно, это неинтересно. А подожди-ка, вот может он сейчас сработал? Ага. То есть ты понял, какое дерьмо. Тебе нужно идти по строго вот к какому-то курсу. Если ты пройдешь сбоку, игра уже не сработает. Ну, вот это, кстати, плохо. Вот видишь, дверь передо мной закрылась. То есть, в принципе, все сработало. Радио, выключись нахрен. Тебе сейчас не это. Не в тему ты мне тут. Дверь передо мной закрылась. Угу. Обычно я игре час даю на то, чтобы она меня напугала. Но когда вот видишь, когда вот так вот тупо все и долго, блин, не хочется прям. Нет, час я даю, чтобы она мне понравилась, а не напугала. Хоррор должен напугать, ну, хотя бы в течение первых 20 минут. Если этого не произошло, ну, блин, ну, пиши пропало, наверное. Я просто не знаю, что делать, понимаешь? Вот кто-нибудь, вот вы сейчас тоже смотрите прохождение. Кто из вас сейчас догадался, что вот нужно делать? Я думаю, что никто. Потому что я все перепробовал. Монетку взять? Отлично. Но ее нельзя унести. Хаммер или УАЗик Патриот? Ну, Хаммер, конечно. Какие вопросы-то у вас? Там внизу справа это ХП или рассудок? Рассудок. Типа там что-то с головой у него не так.
Надо, чтобы ты взял какую-то таблетку из шкафчика главного героя. Короче, когда много всяких паранормальных событий происходит, ваша чувствительность или sanity, это может быть разум вот этот, начинает этот, короче, барахлить. Вот. Ой, блин, ты понимаешь, как это долго всего. Ну, там таблетки лежали, вот они, вот, я их вижу, но я их взять не могу. Вот он, ящик, вот таблетки. Взять я их тупо не могу, вот в чем дело. Я их давно видел, я нажимал на них. Нет, давайте Пальмиру заканчивать сегодня. Это как-то, блин, я посмотрю просто, если вот действительно игра заключается только вот в этом вот, в поисках вот этого всего, но мне такая игра не нравится, я вам сразу говорю. То есть я не на это надеялся, я думал, что будет страшно. Первые 20 минут для хорроров, они должны вас напугать, в первые, даже 10 минут в идеале, но фиг с ним, 20. Но время 26 минут прошло уже стрим, она не напугала меня ни одного раза, вообще ни одного. Меня донатер напугал уже. Меня за телефон он звонил, напугал, но не игра. Так, Пальмира, запускаем. Я посмотрел, в чем дело, почему мы не могли пройти Пальмиру дальше. Пил таблетка. Так, а я все равно пытался взять таблетку, я же говорю, у меня ничего не получилось. Я понимаю, что таблетки нужно брать для того, чтобы есть их, и для того, чтобы у тебя разум был в порядке. То есть это своеобразные хпшки вроде бы как. Но это был такой, блин. Это не то, что я хочу. Вот. Рустам, поздравляем вас с днем рождения. Всего вам хорошего, здоровья, благ всех. Так. Далее. Я посмотрел, в чем была проблема, почему я не мог пройти Пальмиру. Вообще нас осталось здесь, кстати, немножко. То есть, ну, прям вот она раз-два и кончится сейчас. Блин, конечно, жалко то, что, блин... Стрим я назвал уже по-другому, да? Но с другой стороны, никто не догадается все равно. Так, ладно, здесь маленько лаги есть в этой игре. Но я думаю, они пропадут. В общем, почему у меня здесь защелка? Я не понял. Так, а погоди, а где у меня сохранка-то была? Я помню, мне осталось принести одну машину. Одну машинку. Ой, да ладно, только погоди, только не говори, что я этот потерял сохранение. Вот это будет, кстати, очень плохо. Нет, смотри, вертолета здесь нет, значит, вроде я его унес. Я помню, что мне нужно... Так, иди сюда. Реально, блин, слушай, я потерял сохранки некоторые. Да. Некоторых сохранок уже нет. Ну как нет? Смотри, велосипед я принес, да? А, нет, нет. Вот вертолет нужен, да. Короче, когда я подобрал предметы, сохранок этих не было. Очень жаль. Ну ладно, мы сейчас это быстренько сделаем. Вот, проблема с этой машинкой была. Я нашел, в чем причина была. Но это, я, конечно, это ужасно было сделано. С точки зрения разработчика это было сделано ужасно. Я объясню, почему, когда мы сейчас подойдем к этой машинке. Так, пошли. Ищем, короче, вертолет, машинку и... Что-то там еще было. Вот здесь. Да нет, не, вон не здесь. Вот здесь. А, паровозик в ящике. Короче, пошли ключ искать. Так, герой, приветствуем. Так это какая игра-то? Это Пальмира все-таки. Потому что то, что мы включили в начале, было не очень. Осталось еще два хоррора. Ну, это мы заканчиваем. Это как бы, ну, не тот, который я говорил. Это мы заканчиваем то, что раньше начинали. Вот, так что мы его закончим. Блин, тебя штырит, парень. Так, ищем, значит, машинку, паровозик и вертолетик. На всякий случай зажгу все свечи здесь. Не знаю, зачем это надо, но сделаем. Так, вот здесь сейчас кто-то плакать будет. Это я помню. Отчетливо помню. Ага. Да, то есть сохранки у меня нет. Она потерялась. Ну как потерялась? Она просто не сохранилась. Да, вот тут кто-то ревет.
В ящике кто-то сидит и ревет, представляешь? Заперли кого-то прям в ящике. Беда. Так, пошли. Так, подожди-ка. Как я пройду-то? Подожди-ка, я вроде проходил здесь. Здесь должен быть проход. А, здесь шифтовать здесь не надо лучше. Короче, если будете шифтовать, за вами придет злой директор-маньяк. Я это помню. Так что лучше пока не шифтуем лишний раз. Так, Зарлайф приезд. Вас тоже. Так, это советский москвич или это игрушка? Вы про что, Матроскин, я не понимаю. Что будет после байкеров? После байкеров будет либо... Так, подожди-ка. Ну вот здесь... Нет. Нет, я не забыл, куда идти. Вот в этот зал нужно таскать игрушки. Но вот откуда их волокать, я забыл. После байкеров будет либо... так, вот здесь вот вертолет. Блин! Кстати, не знаю, слышал или нет, но есть такая игра «Хоррор Сумеров 58». Если заинтересует, можешь посмотреть. Герой. Summer of 58 — это та самая игра, которая пройдена у нас на этом канале, кстати. Или не на этом канале. Кто-то может вспомнить, я забыл, на каком канале мы прошли Summer of 58. Короче, прошли мы эту игру, да, от разработчика, от этого, от Эмики, от того же, кто и вот Father's Day и прочие вот эти вот ребята. Прошли мы эту игру, и, в общем-то, все. Ключ мне надо вот здесь искать. Она... То ли на этом канале есть, то ли уже ее нету. Это, судя по всему, когда вы были в отпуске, мы ее проходили. Мафия этот... Мафия оригинал будет первая. Либо GTA Vice City Deluxe. Вот будет после байкеров. Вот это вот. Блин, я потерялся. И это что-то такое неинтересное. А, вот, вертолетик нашел. Все. Так, вертолет считай, что найден. Дальше, давай свечу зажжем. Значит, потом мне нужно будет найти ключ, чтобы открыть шкафчик. Там лежит машинка, паровозик. И потом мы должны сбежать от этого ублюдка. Блин, ты понимаешь, сохранки даже нету. После того, как я сбегал от него, блин. Кстати, 23 февраля уже 2 года считается у меня профессиональным. Причины не буду говорить. Так, а все равно знают причину-то. Причину-то все равно знают люди, кто смотрит постоянно. Так что, ну да, 23. А, погоди, вот машинка-то. А, нет, сохранка-то была после того ублюдка-то, когда мы сбежали от него. Да, герой, спасибо еще за донат. Ну, да. Профессионально, это верно. Так, пойдем вертолетик возьмем. Но ключ я пока не нашел. Ключ я не помню где. Так, вертолет пошли тащить. С машинкой вопрос решен уже, считай. Я просто... Ну, это идиотизм. Я сейчас покажу, почему это был просто идиотизм. Ну, блин, это невозможно на самом деле. Как такое, до такого додуматься было, я не знаю. А, погоди-ка, нет, это мы не сюда пришли. Так, погоди, а куда вертолет тащить? Ну ладно, пойдем туда, тащим его. Я не шифтую, я уже сказал почему. Потому что придется будет прятаться потом. От злого дяденьки. Ой, блин, я прям сейчас заплутаюсь в этих детсадах. Или что мы тут играем? А, в детдоме. А, вот этот ящик, там паровозик. Его нужно открыть. Нам нужен ключ. Да, Summer of 58 понравилась, хорошая игра. Я прям сказал про это. Есть миссия с вертолетиком. Да, миссия с вертолетиком, пожалуйста. Вот она. Вот, видишь, сюда нужно вертолетик поставить. Сюда нужно машинку поставить. А сюда нужно поставить, короче, этот паровозик. Пойдем, в общем-то, за этим. Да перестань. Пойдем за этим самым, как его. За машинкой. Покажу вам, в чем была причина. Блин, ну ящик странно не открылся. Я должен бы ключ уже давно найти.
Почему я ключ до сих пор не нашел? Меня это прям напрягает. Кстати, о ключах. Все, нашел. Но пойдем сначала возьмем машинку. Из-за чего я не смог на прошлом стриме, на прошлом стриме по этой игре, закончить эту игру. Сейчас покажу, почему. Короче, вот мы здесь очутились. Я искал, да где же, как же подобрать машинку? Вот она в клетке вот здесь, да? Я не могу просто подлезть. Я думал, игра может забагалась. Вот взять ее невозможно. Как открыть клетку? Нигде не открывается, короче. Искал вот проходы. Вот, ну, вы понимаете, что вот как тупо сделано с точки зрения разработчика этот момент. Это тупо. Это нехорошо, типа, да, так, загадочку такой. Нет, это именно тупо сделано. Смотри. Оказывается, нужно просто подойти к стене. Просто к грёбаной стене подойти, на которой висит ничем не примечательная, блин, фотография, и просто нажать на нее. Ты понял, да? Ну это что вообще такое? Ну это разве дело, блин? Откуда вы знали, что эту фотографию нужно нажимать? Ну никто, вы, конечно же, не знали. Вот. Как это, блин? Ну это жестко. Ну ладно, это не проблема, потому что игра-то все равно уже ближется к финалу. То есть мы ее сегодня закончим. Это в любом случае. Пошли отнесем машинку, и мы подобрали ключ для того, чтобы открыть ящик с этим, как его, с паровозиком. Паровозик вот здесь лежит, в этом ящике. Задание на смекалку. Да какая это смекалка? Это вообще ужас какой-то. Так, привет, да, привет, вот человек, который, ну, ой, блин, ну, что за никнейм у людей, ну, это же что, это, знаешь, это из, это репертуар Ничера вообще. Так, машинку сюда, теперь пошли открывать шкаф и брать паровозик, это все, что нам осталось. Там, в толпочке, хватит стучаться. Вот паровозик. Подожди, паровоз брать. Дай же вот эту сначала. Ага. Теперь паровоз. Погнали. Четверка нормально поживает. Грязная только вся, как собака. После этих солей, вот этих всех. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что, камеру нажимать? А, у меня нет камеры, это другая игра. Эта игра не с камерой. Это духи, короче. А, они в туалет открыли. Да, они стучались в туалете-то, да? Ага. Так, ну готовьтесь, как бы, вот. Продолжение. Чё такое? Чё такое-то, блин? Можно не пойду я туда? Нет, ну все-таки пойду, да, туда я. В туалет мне предлагают идти, представляешь? Вот с таким освещением. Иди сюда. Фай там. Башкой в туалет залез. Ой-ой-ой, полтергейстиус. Полтергейстиус. Я так понимаю, задание одно, да? Текать с городу. И как можно быстрее. Все, вырубили. Иван, приветствую. Ну, естественно, Матроскин. Проснись и пой, мистер Фриман? Или что это? Нет, Жиги. Тихо. Говорят, что детдомовские чувства. Кого усыновят первым, а кому придется ждать до 18. Да? Когда вас привезли, я сразу поняла, ты здесь ненадолго. Так и произошло. Так я детектив, естественно. Твой брат. С ним все было наоборот. Я ищу брата, кто не в курсе. Который, он на самом деле, с дедом. Когда ты уехал.
Давай почитаем, ничего страшного. Замкнулся в себе. Да читай. Перестал доверять людям. Возьми фотку. Ему было непросто. Возьми фотку-то. Не берет. Пожалуй, не просто было всем. Союз распался. Никто не был уверен в том. Это как бы финал. Дальше. Вначале деньги поступали с задержкой. Потом совсем перестали. То есть, видишь, мы нас не закрывали. Историю раскрыли. Тоже. Вот это все. Ну, хорошая игра, вот эта Пальмира. Orphanage. Детей было нечем кормить. Но мне понравилась она. Пыталась заменить всех. Есть некоторые моменты вот, с поиском всяких вот ключиков, там, этих вот записочек, но в целом впечатление не испортило. Несчастный случай. Я думала, что она притворяется. Хочет пропустить занятия. Никто не верил, что она и правда тонет. Ага. Тогда ты еще был с нами, так? Да. Ты видел все сам. Нет, ничего не видел. Я сожгла все ее документы. Все упоминания о переводе. Ах ты какая. Никто не должен был знать, что ее вообще сюда привозили. Ну ты что какая? Иначе вы бы все оказались на улице. Иначе работа всей жизни была бы впустую. Никто не должен был знать. Но они узнали. Кто? Правительство узнало? Или что? От кого вы скрывали-то это? Утонула, короче, девка в бассейне вот в этом. И они решили скрыть это все. Сожгли документы о ней. Типа вообще никого не было. И кто-то узнал. А кто узнал-то? Ну, правительство, скорее всего, узнало и закрыло этот детдом. Все очень просто. А куда идут? А как я должен разглядеть, куда я иду? Что делал сегодня? Дела. Так, КПСС, приветствуем. У этой игры 4 концовки. Да я слышал про концовки. Ну мы, если что, посмотрим все 4. А, погоди-ка. Что это такое? А, это как его? Ну, трамплин. Или как его правильно называют? Ну, прыгают с которого. Чё, мне прям прыгать, да? Давай. Ой, фу, блин, прям в это. Да-да-да, сейчас отвечу. Мне начали приходить звонки. Мужчина рассказывал, как детей отберут, как приют закроют, как меня посадят. Если только я не соглашусь помочь. Им нужно было место для того, чтобы присмотреть за группой подростков. Mm-hmm. Без лишних документов и без вопросов. Так. Он видел в нашем приюте потенциал. Предлагал взять финансирование на себя. Я согласилась. Они сказали, что заберут, когда дети будут готовы. Мы узнали, что это значит, когда один из воспитателей решил наказать новичка и перестарался. Все вышло из-под контроля. Ножи поднялись в воздух, и мне пришлось остановить его. Мы избавились от улик. Сварили, короче, детей. Постепенно это случалось с каждым из них. Любой нервный срыв, любая истерика. Они шкафы сделали для детей такие с гвоздями внутри. Ты же понимаешь, что это реально прям фильм ужасов. Это же гребаный фильм ужасов, прям натуральный ясно. Сценарий готовый. Мы жили в кошмаре. Я не знала, что делать. Кому обратиться? Пришлось все брать под контроль. Какая мы жизнь? Мы больше не ждали нервных срывов. Мы начали их вызывать.
ужесточили наказание. Запирали. То есть из детдома превратили просто в ад какой-то. Мы давили на них. Ты видел, что здесь творили вообще? Это вообще, это... Блин, там, знаешь, это вот как вот, как гестапо или как там это вот? Это вообще аленькие цветочки по сравнению с тем, что делали здесь. Эти эффекты проявлялись не сразу. Мы продолжали давить. Иногда это заканчивалось печально. Да, по-моему, всегда печально заканчивалось. А не иногда. Здесь ваш дедом печально закончил. О чем вы говорите, блин? Я научилась закрывать на это глаза. Мы выполняли нужную работу. Выявляли и изолировали тех, кто был опасен. Мы не знали, где их находят и куда увозят после нашей работы. Мы делали вид, что они не настоящие. Не такие, как нормальные дети. Пока я не узнала, что твой брат один из них. Вас привезли до сделки. Не знаю, как так получилось. Может быть, решили проверить меня на вас двоих. Твое усыновление плохо на нем сказалось. Новый порядок его уничтожил. Кай потерял связь с реальностью. Начал общаться с погибшими. Рассказывал про их смерть. Читал письма с их воспоминаниями. Но тут, конечно, пересказ уже просто начинается. Никого не напоминает. Кай говорил только с ним. Не, ну как бы надо довести историю до конца. Вот они таким образом это сделали. Это лучше, чем записки читать. Вот реально. Пусть лучше так. Я видела в нем все, на что пошла и что потеряла. Когда пришли люди, чтобы забрать остальных, я не могла согласиться, как раньше. Ты знаешь, как в «Сталкере», вот читаешь диалоги, как бы историю, что там происходит, персонаж тебе рассказывает, а тут это как бы ты участвуешь прям типа в этом. А после? Это нормальный прием такой. Ой, блин, какая ты скотина все-таки была, это директорша. Какая ты страшная была, среди просто невозможно. И наказана. Снова. Мы все застряли в изувечении, сломанных воспоминаниях, его представлении о том, как этот приют должен работать. Мы играли свои роли, и он был счастлив, пока не пришел ты. Ты пугаешь его. Напоминаешь ему о том, кем он был раньше. Кай сломан. Ты не вылечишь его. Только сделаешь еще хуже. Так что для тебя важнее? Успокоить свою совесть? Старые воспоминания? Или дать покой своему брату? Ты можешь отпустить всех, кого он вернул. И лишить Кая цели. А можешь поставить их на место. Наказать. Это типа концовочки сейчас будет, да? Дать ему возможность выбирать. Снова почувствовать себя нужным. Решай. Вот. Блин, вот дали бы сейчас сохранку для того, чтобы я проверил несколько концовок. Тогда бы можно сделать. То есть смотри, вот это оставить его здесь, да, судя по всему. Ну вот, в этом вечном аду. А это выйти. Логично, что я, наверное, выбрал бы вот это. Но, блин, сохранок-то вот нету здесь перед концовками. Как я потом? Ну, давай, я пойду в эту дверь. Что такое? Опа. Ага. Вот этот маньячин, директор-то. А как я вот, погоди, у кого он меня сейчас этот замясничит, да? Нет, не замясничит. Ладно, я пошел.
Иди нахрен, директор. Активность в районе приюта Пальмира уменьшилась. То есть я отпустил этих духов. Ты понял? Я выпустил их. Все, теперь они найдут, должны упокоение найти. Я считаю, это самый правильный вариант. Но если бы в реальной жизни, я бы так же поступил. Любая душа должна быть упокоена. А не находиться где-то, типа вот таких вот объектов. Да в любых объектах. И все, я просто уезжаю, да? То есть, по сути, это хэппи-энд. Ну, а русские разработчики? Видите? Погоди, а если давай, допустим, ну вот, нажать далее, где сохранку дадут? Если сохранку сейчас не перед этим выбором, то мы его просто выключаем и все. Так, Антон, приветствуем. Проснись. Короче, это долго. Это долго сейчас. Это прям слушать опять все вот это вот. Мы, конечно же, не будем. Но я выбрал, мне кажется, самую нормальную концовку. Отпустили души, теперь все, они найдут свое успокоение. А здесь бы они вечно мытились бы и, короче, все, кто сюда пришел, страдали бы потом. Убивали бы их тут всех. Местничали всякие директора опасные. Вот. Поэтому пройдена Пальмира Orphanage. Хорошая игра. Мне понравилась. Хоть и инди-хоррор, но вот так он должен выглядеть. Нормальный инди-хоррор. Такие вот дела. Ну, в принципе, начинать следующее что-то там. Ну, точнее, продолжать. Можно Father's Day, но Father's Day слишком уже все... Час уже, грубо говоря, прошел. Father's Day можно еще попроходить. У нас там еще 4 главы можно пройти. Или сколько там, 5, я уж не помню. Значит, с Dark Fracture я погляжу. Если в дальнейшем будут одни записочки и поиски, то проходить мы его не будем. И останется потом еще 2 хоррора. Вот 2 хоррора. Пока не буду говорить, какие, да. Если что, потом мы их тоже проверим. Ну, а в среду у нас будет байкеры. Да, GTA 4, это дело слишком. Так что такие вот дела, значит. Мотя 55 и герой 2 раза. Это вот такие были донатеры сегодня. Спасибо им большое за их донаты. А вам за то, что смотрели. Значит, увидимся в среду на байкерах. На втором канале завтра должен быть видос выйти. Так что все. Всем спасибо и до встречи. Всем пока.